про гранулированные удобрения для луковичных. Это комплексное удобрение. Значит, состоит из множества компонентов и обеспечивает растение всеми необходимыми питательными элементами. Содержит азота 5%, фосфора 5%, калия 7%. Также в состав входят кальций, магний, сера, цинк, железо, бор и молибден. Увеличивает размер луковицы, защищает от нематоды за счет действия никотиновой кислоты, улучшает укоренение и перезимовку озимых сортов.